Все дачники и садоводы с нетерпением ждут начала сезона и уже сейчас запасаются качественной рассадой и средствами, которые защитят и приумножат урожай. Вырастить экологически чистую продукцию помогает чувашский филиал Россельхозцентра. Там произвели около 80 тонн различных биологических препаратов. Высококачественные посевные материалы изготавливают по всем правилам агрономической науки с использованием передовых биотехнологий. Уже 3 года здесь производят гуматы. Этот витаминный комплекс для растений повышает стойкость, ускоряет созревание, улучшает качество урожая. Увеличить плодородие почвы без химикатов, защитить прорастающие семена и растения от болезней и вырастить безопасную продукцию помогают новые М-препараты. Ежегодно в чувашском филиале Россельхозцентра обновляют и увеличивают ассортимент сортового картофеля. Традиционно выбор складывается в пользу высокопродуктивных, адаптированных к местным климатическим и почвенным условиям видов. Мы начали производить безвирусный картофель, клонируя известные и востребованные сорта на нашем рынке. Мы сегодня являемся правообладателями 3 сортов. Это Невский, Ред Скарлетт и Ривьера. На посадку в этом году предлагаются сорта Ирбитский, Импала, Аляска, Метеор, Ривьера и другие. И только специалисты знают, как долг бывает порой путь к сертификации сорта. В пробирках мы сначала выращиваем микрорастения. Эти микрорастения высаживаем вот такие горшки. Эти мини-клубни высаживаются уже в поле. Это дает первое полевое поколение. Говорят, это оригинальный посадочный материал картофеля. Сейчас на опытных площадях Россельхозцентра идет активная работа по черенкованию микрорастений картофеля в культуре инвитро. Производственные мощности позволяют в год производить более 20 000 мини-клубней.